Як ви охарактеризуєте зараз ситуацію навколо Авдіївки та Бахмута, де, за даними Генштабу, ЗСУ минулої доби відбили найбільше окупаційних атак? На этих направлениях, да, общее количество больше, чем было, наверное, за все последнее время. А если считать по всей линии фронта, то максимальное количество атак у россиян было в начале года. Тогда ежедневно по всем 1200 километров были атаки около 170 в сутки. Сейчас 83, ну, по крайней мере, подтвержденных. А вот именно по этим направлениям большое количество, больше трех десятков по направлению, по Авдеевке, по Марьинке и по Бахмуту. Пытаются россияне последние такие более-менее сухие дни перед ливневыми заходами, уже сейчас подходят в фронт, перед ними пытаются улучшить свои позиции. И по Бахмуту, потому что им оставаться в низинах практически смерти подобно, в прямом смысле этого слова. И по той же Авдеевке стоит задача в течение нескольких недель до путинского выступления уже и обозначения себя как будущего кандидатов в президенты, ему надо какие-то победы. То есть какие-то любые, какие угодно, там или Марьинка разрушенная в ноль, или Авдеевка срытая, или Бахмут, или хотя бы несколько незначащих сел. Ну, то есть ему надо определенную информационную подушку, потому все силы сейчас брошены, которые у россиян только есть. Почему они даже не перекрывают левый берег, то есть не снимают войска с Восточного фронта, не закрывают левый берег от наступающих уже наших войск по левому берегу, там есть положительная динамика по некоторым направлениям, а вот пытаются достать именно эти три точки. В основном это Марьинка, это Авдіївка, это Бахмут. Пане Романе, на Росії от почали частіше казати про те, що окупанти нібито не ведуть наступу навколо Авдіївки, а вони ведуть активну оборону. Причому ці дефініції використовує і так званий міністр оборони РФ, і Шойгу, і диктатор Путін. А всі вони кажуть, що, мовляв, от наступу як такого немає, є активна оборона. На вашу думку, а чому саме такої риторики дотримується Кремль? Ну, у них поступательные определенные действия есть, периодичность. Сначала они наступают, потом, когда они видят, что не наступают, у них активная оборона. Потом у них отрицательное наступление, а четвертая фаза – это уже жест доброй воли. То есть сейчас они на втором этапе вот, обозначенным министром обороны активной обороны. Но еще, я думаю, впереди два этапа, особенно в районе Авдеевки. У нас там серьезный укрепленный район, хорошие позиции. Россияне при наступлении допустили очень много тактических ошибок. Ну, говорить их не будем, но приведет это к отсечению северной клешни, по крайней мере, которую они пытались окружить Авдеевку, восстановлению стартовых позиций российских. Они отойдут, им деваться некуда, особенно после того, как начнутся серьезные дожди. Если будет достаточное количество сил, средств у генерала Тарнавского, который занимается этим направлением, дополнительных, я имею в виду, то есть резервов, то по большому счету можно будет несколько километров, как минимум несколько километров на юг, на юго-восток, при отступлении уже россиян, вернуться на наши позиции, плюс зайти на те, которые они основные были, наверное, последние 10 лет. Это ДАП и Ясиноватский блокпост. Там эти позиции можно взять. Они добавят тому плацдарму, который в районе Авдеевки давно уже обозначен, добавят серьезной боевой мощи для дальнейшего движения, уже когда будет поставлена задача по деоккупации самого Донецка. Несколько километров, там 3-4 километра от стартовых позиций на юг и на юго-восток. И по большому счету две ключевых высоты и две ключевых такие развязки будут под нашим контролем. Россияне прекрасно это понимают. То есть почему и риторика изменилась у того же Шойгу. Он прекрасно понимает, что если вот наступление сразу
от наступления сразу переходить к жесту доброй воли, слишком большой противоход получится для информационного потока. Потому вот постепенно они уже начинают сдвигаться как раз. Вот уже второй, еще третий, четвертый. Ну, подождем, это где-то будет, наверное, ближе к Новому году. Напередодні президент Зеленський в інтерв'ю Associated Press заявив, що Україна увійшла в нову фазу війни і додав, що зима точно вплине на перебіг бойових дій. А скажіть, будь ласка, як саме зима вплине на перебіг бойових дій, окрім, звісно, погодних умов? От, можливо, на вашу думку, як гадаєте, можливо, тут президент, ну, не знаю, мав на увазі ще дещо? Діло в тому, що любі наступальні операції, взагалі, обща кампанія, компания военная, она разделена на определенные периоды. Есть период накопления, когда стоят войска в обороне, в глухой обороне, идет накопление, подготовка сил, средств, вывод на позиции, идет дальше период наступательных действий. Компания как таковая наступательная. После использования всех резервов определяются новые рубежи обороны, опять глухая оборона, закапывание, опять период накапливания. Вот в течение последних сотен, наверное, лет так сложилось на нашем, по крайней мере, на нашем театре военных действий в районе Украины, если все смотреть, то было две кампании в год. Была летняя кампания, военная, если смотреть, военные кампании, отследить все боевые действия в течение последних сотен лет на нашей территории делятся на военную летнюю кампанию и зимнюю кампанию. А периоды накопления происходят весной и осенью, когда идут дожди, когда двигаться практически невозможно. Это не важно, на танках, на лошадях, на повозках, как угодно. То есть погодные условия очень сильно влияют на поверхность. А сейчас последние 10 лет у нас нет зимних кампаний. И из-за того, что нет морозов, для того, чтобы зимняя кампания была военной, то есть для того, чтобы можно было двигаться зимой, нужен мороз несколько недель, хотя бы пару недель с 20-30 градусов, для того, чтобы можно было, чтобы промерз грунт до 30-40-50 сантиметров. Но это надо определенные серьезные морозы и длительное время, чтобы они держались. У нас такого времени просто сейчас нет, последние 10 лет. А именно такой подстил, такой промерзший грунт, он удержит технику. Если грунт не промерз, то зимняя кампания практически вычеркивается. То есть это уже получается осенние дожди начинаются осенью, заканчиваются весной, потому последние 10 лет у нас всего лишь одна весенняя кампания, вернее, одна летняя кампания. Мы весенне-летнюю кампанию, так называемую, ее только планируем. И вот эти периоды движения летом, остановка и накопление зимой, они у нас постоянно проходят. Мы их выдавили и россиян, в том числе в этот период. Только единственное, что россияне попали в худшие условия. У них получается режим накопления летом, когда у нас наступательные действия. Они пытаются наступать зимой, когда у нас период накопления идет. То есть для них это худший период, мы их выдавили. Ну, так сложилось, у нас получилось их выдавить. И вот сейчас наступательная кампания российская, которая началась на востоке Украины, она как раз началась в дожди. То есть и будет продолжаться там определенный там период времени, пока у них не закончится достаточно накопленное количество вооружений. А мы в это время, естественно, будем на лучших позициях удерживать наши занятые рубежи, пытаясь их удержать и нанести максимальное поражение. Потому у нас вот этот период сейчас зимний, у нас сейчас задача в зимний период удержаться и выполнить основную, первую задачу любой армии, которая обороняется, уничтожение армии противника, которая наступает. Чем сейчас, кстати, занимаются довольно-таки неплохо наши бойцы. Каждый день больше тысячи россиян пакетируются и возвращаются обратно, ну или пытаются, по крайней мере, возвратиться обратно, откуда приехать. То есть и большое количество техники выбивается, стволов, используется боеприпасов. То есть, по большому счету, мы начали вот этот период зимний, скорее всего, он будет где-то до весны, пока не подойдут
основные типы вооружений, которые нам были обещаны. Начиная от самолетов, заканчивая дальними ракетами. Но у нас есть определенное направление, сектор, где мы тоже можем двигаться. И, в принципе, ту задачу, которую сейчас выполняют наши войска на левом берегу, ее можно развивать и в зимний период. То есть создание тактических плацдармов, разворачивание их до уровня оперативных плацдармов. По большому счету, если будет достаточно сил, средств, именно от этого все зависит. То есть достаточное количество техники, боеприпасов, личного состава и, естественно, резервов. И, в принципе, мы можем по левому берегу еще за зимний период отработать задачу выхода, допустим, на тот же Скадовск. Это очень важно. Скадовск — это морской порт на Черном море. Именно через него идет основной трафик военной амуниции на левый берег. Как раз по дороге Скадовск в Олежке и Новая Каховка. Рокадная дорога, по которой идет переброска. По большому счету, у нас есть возможность выполнить эту задачу, и она будет выполняться. Мы видим как раз наращивание усилий наших войск на правом берегу и переброску их налево. Пане Романе, ще одну тему хочу з вами обговорити. Напередодні диктатор Путін підписав черговий указ про збільшення чисельності російської армії на 15%. Якщо в цифрах, це збільшується на 170 тисяч окупантів. Я згадую, що за час повномасштабної війни це ж вже не перший от подібний указ диктатора про те, що він збільшує цю армію. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, цього разу це дійсно збільшення масштабування армії, чи це спроба все ж таки відновити втрати? Ну, если война – это математика, и все, что когда-то было приказами, оно появляется в информационном поле, можно поднять предпоследнее, если так сказать, увеличение российской армии. Так вот, в прошлом году указом вместе с Шойгу Путин выдали указ об увеличении российской армии основного состава до 1,5 миллиона. На 350 тысяч они, по-моему, увеличивали. С 1,150,000 увеличивали до 1,5 миллионов. А увеличение в этом году до 1,320,000, так это уменьшение на 180,000 прошлогоднего указа. Это либо они набрали личный состав, и мы их просто уничтожили. Примерно такую цифру мы как раз за это время отминусовали, если посчитать с прошлой осени, сентября месяца, как раз вот такая цифра, она проходит у наших штабах как 200-е. Потому россияне, скорее всего, подтверждают сейчас невозможность набрать 1,5 миллиона, а по фактажу работают. То есть, видя, что из 1,5 миллионов они набрали всего лишь... не догнали до 1,5 миллиона, а добрали только до 1,320,000. Сейчас это просто фиксируется как факт. Потому вряд ли будет какое-то увеличение. Это, скорее всего, вот, как мы перед этим говорили, один за другим. Сначала наступление, потом активная оборона, потом будет отступление, потом будет жест доброй воли, то есть отрицательное наступление, потом жест доброй воли. Вот примерно из той же серии. С 1,5 миллионов они опустились до 1,320,000. Ще одне питання. Розвідка Естонії сьогодні заявляє, що Росія, на жаль, але ще має достатньо грошей на продовження війни от з тією ж інтенсивністю. Але у мене виникає питання, от чи залишається у Росії доступ до технологій або ті самі гроші, яких, на жаль, у Росії ще достатньо, витрачати на саме сучасну зброю, на оснащення своїх військ? Чи все ж таки, ну, тут от якраз питання не в об'ємах грошей, а в тому, куди вони їх можуть витратити? Сколько бы денег у них не было, даже в максимальные суммы, все упирается в количество произведенных, конечные цифры производимой техники. Они уже вышли практически по всем показателям на максимальное производство. Ну вот если взять, допустим, ракеты, 100-120 ракет в месяц. Они ж не делают их 200, 300, 400 ракет в месяц. Нет, в районе сотни, 120. Это максимальные возможности российского оборонпрома. Они выпускают в сутки 7 тысяч боеприпасов. Используют до 10, но добирают там иранские, китайские, северокорейские. Но реально они вышли на максимальные показатели. И при работе с колесами могут работать 7 тысяч боеприпасов и не более
того, они не слепят из рубля боеприпас, из рублей, допустим, не получится боеприпас сделать, его надо произвести, а упирается в количество станков, в определенную производительность этих станков и так далее, и тому подобное. То есть Россия уже, даже увеличив хоть в 10 раз военный бюджет, не увеличит производимые боеприпасы. Это уже понятно. Они могут только докупить где-то, допустим, то, что они делают. Есть деньги, они докупают это все в Китае, в Северной Корее и в странах бывшего, пытаются, по крайней мере, СНГ. То есть, ну, основное это, конечно, Китай, Северная Корея, часть иранских поставок. То есть, но больше уже у них точно не будет. Потому не так страшно вот увеличение финансирования, допустим, как возможность использования того, что они имеют и могут произвести на определенных локальных направлениях. То есть они могут с точки зрения военной логики, допустим, сейчас сократить линию фронта. Это как раз то, что сделал бы любой военный. Он бы с 1200 километров сократил ее, допустим, до 400, там ушли в Крым, закрылись на Донбассе, но 400 километров фронта они могли бы, по крайней мере, снабжать в полном объеме, снабжать тем вооружением, которое они производят. И это было бы очень большая проблема. Почему? Потому что противодействовать, ну, придется увеличивать раза в три производство или закупку техники уже нам. А сейчас в ширине фронта в 1200 километров у россиян нет такой возможности. То есть мы растянули их по фронту, и у них плотность войск, плотность техники, боеприпасов на всю линию фронта просто, ну, она маленькая, то есть она недостаточна для выполнения даже оборонительных по некоторым позициям задач. Почему они сейчас уходят в глухую оборону, пытаются уйти на том же Запорожском фронте, на Херсонском направлении, там вообще войск не хватает. Ну, пытаются наступать вот на восточном направлении, но это только под информационную задачу, под путинский указ там до Нового года попытаться хоть что-то ему дать для того, чтобы скормить это как победу российскому обществу. То есть у них сейчас позиция довольно-таки неустойчивая, но, может быть, они, если вернутся обратно, допустим, на стартовые позиции, это будет, конечно, проблема. А вот после этого они смогут накапливать. То есть все выделенные средства или освободившиеся средства, они тогда смогут накапливать в таком режиме и где-то лет за 5 накопить их до того уровня, который был у них полтора года назад, не, почти два года назад, когда они приняли решение для наступательных действий. Наостанок ще хочу зачепити питання наших спроможностей. От напередодні в Міноборони України заявили про плани збільшити виробництво саме вітчизняного озброєння вже у 2024 році. На вашу думку, наскільки ми дійсно можемо зробити певний стрибок вперед в цьому питанні саме вітчизняного виробництва, ну, аби менше залежати від партнерів та союзників? Ну, однозначно прыжка у нас не получится. Для того, чтобы совершить прыжок, надо иметь сильную экономику, достаточное количество финансовых ресурсов, и в том числе тех же станков, о которых мы говорили, когда рассказывали про Россию. А у нас ни первого, ни второго, ни третьего нет, потому прыжка точно не получится. Нам надо максимально использовать освободившиеся средства, ставить задачи, и в попытке, ну, максимально нарастить производство. Как бы оно, как бы, сколько бы его ни было, ну, выходить на максимальные определенные цифры, а в остальном полагаться только на наших партнеров. Мы сейчас в такой позиции, что мы не можем без союзников, без гарантов по Будапештскому меморандуму нашей границы. Мы без них не можем выполнять боевые действия, наступательные точно, по некоторым позициям и оборонительные в том числе. Один из выходов есть вот в движении в эту сторону, это совместные предприятия, вот как с Rheinmetall, если будет, скорее всего, будет заключен договор между Rheinmetall и нашей одной из оборонных фирм, и к запуску стартового запуску по БМП и БТР,
действительно под вопросом пока еще «Пантера», то есть танк. Ну, танк пока на данный момент мы пользуемся «Леопардами». И, в принципе, если бы у нас одни «Леопарды» остались, то, по большому счету, можно было бы и ими перебиться при выполнении боевых задач. А так вот такие совместные предприятия с ведущими компаниями Европы, лучше европейскими, тут очень важно. То есть нам оптимальный вариант с европейскими компаниями, начиная от тех же того же «Ренметалла» и заканчивая чуть ли не «Грипеном», то есть по большому, или французскими компаниями, хорошие французские компании, с ними можно вступать в совместные договора, вот как итальянцы с французами сделали хороший зенитно-ракетный комплекс «МТ». То есть в таком режиме можно работать с европейскими компаниями и как-то восстановить, по крайней мере, попытаться восстановить наш оборонный потенциал.